Мы здесь живем и работаем. We live and work here. Она молодая женщина. She's a young woman. На стуле сидел пожилой мужчина. An elderly man was sitting on a chair. Ты был вчера в кино? Did you go to the cinema yesterday? Кто готовил этот обед? Who cooked this dinner? Я хотела спать, но не могла заснуть. I wanted to sleep, but I couldn't sleep. Она молодая женщина. She's a young woman. Мы должны услет на поезд, который отправляется в 3 часа 45 минут. We have to catch a train that leaves at 3:45. У нее есть свой клоч. She has her own shred. Сторож закрыл за ними дверь. The watchman closed the door behind them. Я могу писать и разговаривать на белорусском языке. I can write and speak Belarusian. А теперь вы расскажите о себе. Now tell me about yourself. Антон, я же вас предупреждала. Антон, I warned you. Почему у вас такой усталый вид? Why do you look so tired? Я буду молчать, если ты дашь мне деньги. I will be silent if you give me money. Когда ты вернешься домой? When are you going to come back home? Как доехать до Москвы? How to get to Moscow? Повторить несколько раз это слово, чтобы запомнить его. Repeat this word several times to remember it. Рита самая красивая девочка в школе. Rita is the most beautiful girl in school. Ты очень больна. Are you in a lot of pain? Какой сегодня день недели? What day of the week is it today? Сегодня 1 сентября. Today is the 1st of September.